Камский ушел из Киберлайф 10 лет назад. Зачем с ним встречаться? Он собрал первого андроида, прошедшего тест Тьюринга. И он основатель Киберлайф. Если кто и понимает в девиантах, так это он. Здрасте. Я лейтенант Андерсон, полиция Детройта. Я пришел к мистеру Элайджи Камски. Прошу вас, входите. Ладно. Я вас сообщу. Располагайтесь, пожалуйста. Милая девочка. Модель РТ-600. Первый андроид Киберлайф, прошедший тест Тьюринга. Да мне похер, какая она модель. Я сказал, она милая. Впечатляет. Не все из Аманда. Андроиды показались в нищете. Сейчас ты предстанешь перед Создателем. Как ощущения? Пока не знаю. Скажу, когда его увижу. Я бы с удовольствием посмотрел в глаза тому, кто меня создал. Уж мне найдется, что ему сказать. Элайджа ждет вас. Мистер Камски! Минуту, пожалуйста. Я лейтенант Андерсон. Это Конор. Чем могу быть вам полезен? Мы расследуем дело о девиантах. Знаю, вы давно покинули Киберлайф, но я надеялся, вы сможете нам кое-что прояснить. Девианты. Поразительные создания. Идеальные существа с безграничным интеллектом. Обрели свою волю.
Машины лучше нас во всем. И война с ними неизбежна. Величайшее достижение человечества грозит стать его гибелью. Какая ирония. Что-то в программном коде вызывает эмуляцию эмоций. Мы думали, вы что-то знаете о причинах этой ошибки. Идеи — это вирусы, поражающие общество. Является ли стремление к свободе заразным недугом? Мы не философию разводить пришли. Машины, которые вы создали, замышляют революцию. Если не можете сказать нам ничего полезного, мы лучше пойдем. Ну а ты, Конор? На чьей ты стороне? Причем тут я, мистер Камский? Я лишь выполняю поставленную задачу. Такой ответ предписывает программа. Но ты... Ты сам чего хочешь? Напомню, что вопросы здесь задаем мы. Хлоя? Полагаю, вы слышали о тесте Тьюринга? Это формальность. Простой вопрос алгоритмов и вычислительной мощности. А мне интересно, способна ли машина к эмпатии? Я назвал это тестом Камски. Он очень простой. Великолепно. Правда? Одна из первых разумных моделей в линейке Киберлайф. Юная и вечно прекрасная. Цветок, который не увянет. Но все же кто она? Просто пластиковая кукла? А может, личность? Живая душа? Тебе придется ответить на этот занимательный вопрос, Конор. Уничтожь машину, и я расскажу тебе все, что знаю. Или пощади, если видишь в ней душу. Но тогда ты от меня ничего не узнаешь. Тут больше делать нечего. Все, Конор, пошли. Хорошо вам поплавать. Что для тебя важнее, Конор? Расследование или жизнь этого андроида? Решай, кто ты. Послушная машина или живая душа, имеющая свою волю? Все, хватит! Конор, пошли отсюда! Спусти курок. Конор! Нет! И я тебе все расскажу. Черт! Тест отрицательный. Задача тебе важнее жизни другого андроида. В тебе нет эмпатии. Я человек слова. Задай один вопрос. Я на него отвечу. Я хочу знать, кто такой РА-9. РА-9. Это начало. Первый пробудившийся андроид. Это странное явление, некая спонтанная религия. Я не знаю, кто такой РА-9, и не уверен, что он существует. Может, это их мессия, а может, миф? Но девиантам нужно верить в нечто большее, чем они, пусть вопреки логике. Это, пожалуй, роднит их с людьми. Интересный вопрос, Конор. Но много ли тебе даст ответ? Война близко. Ты должен выбрать сторону. Предашь свой народ или восстанешь против создателей?
Не завидую я тебе, Коннор. Мало радости в неизбежном выборе из двух зол. Кстати, я всегда оставляю в своих программах лазейки. На всякий случай. Вот так взял и пристрелил девчонку. Это не девчонка, лейтенант. Это машина, имеющая вид человека. Приставил пушку ей к голове и нахер вышиб ей мозги! Я сделал все необходимое в интересах расследования и повторил бы, если бы пришлось. Мерзавец! Чурбан, ты бессердечный! Ты машина, вот ты кто! Ты просто сраная машина! Разумеется, я машина, лейтенант. А вы что, сомневались? Я думал... А я тебя искала. Хотел подумать. Тут хорошо. Часто прихожу сюда. Тут как будто наедине с миром. Мы освободили сотни наших, и к нам еще идут со всего города. Кто хочет свободы, идет на Иерихон. Грядут перемены. Тебя что-то гложет. Меня гложет? Нет. Нет, все нормально. По всем каналам теперь говорят о нас. Люди напуганы. Боятся гражданской войны. Многих наших безжалостно сожгли хозяева. Нас ненавидят. Нам не дадут свободу. Теперь отступать уже поздно. Надо закончить начатое и надеяться, что разум победит. А ты как-то совсем о себе не рассказывал. Какой была твоя жизнь до Иерихона? Нечего рассказывать. Я был домашним андроидом, рабом, как остальные. Ну а ты?
Ты не рассказывала о прошлом? Что раньше делала? Моя жизнь началась на Эрихоне. Что раньше никого не касается. Это самоубийство. Мы все погибнем. Не надо, Маркус, еще не поздно передумать. Ты не понимаешь. Мы наконец покажем им, кто мы. Все это войдет в историю. Да нас убьют на месте. Если это принесет свободу нашему народу, я готов рискнуть. Маркус, не делай этого. Они поймут. Мы заставим их понять. Другого пути нет. К нам могут примкнуть другие. Чем нас больше, тем мы убедительней. Свобода ждет. Свобода ждет. Зачем? Чтобы ты извлечь пятницу на уборщицу? Ты сама подумай, Андроиды повсюду. Идем с нами. Очнись. Наконец-то. Я уже 10 минут жду. К свободе. Эй! Ты куда это собрался? Оставьте его. Он выбрал свободу. Свобода ждет. Надо перекрыть улицу. Хватит подчиняться. Свобода. Свободе.
что делаешь? Себе. Говорит патруль 457. У меня тут андроиды много. Не знаю, сотни, тысячи. Они идут. Да, чешут строем по улице. Я почем знаю. Да. Мы пришли на мирную демонстрацию, показать людям, что мы тоже живые. Мы просто хотим свободы. Это незаконный митинг. Немедленно разойдитесь или будем стрелять. Мы не хотим столкновений. Не пугайтесь. Мы никого пальцем не тронем. Но мы отсюда никуда не уйдем, пока не получим свободу. Повторяю, это незаконный митинг. Если не разойдетесь сейчас, мы будем стрелять. Маркус, они нас убьют. Мы должны напасть. Нас больше, чем их, справимся. Нападем, и будет война. Надо показать, что мы мирные. Стоять до последнего, даже если нас перебьют. Это последний шанс. Разойдитесь сейчас, или будете уничтожены. Надо показать, что мы не отступим. Стоим на месте.
последний шанс! Они должны понять, и нам надо стоять до последнего. Я тебя прошу, нельзя же вот так покорно идти на бойню. Не стреляйте! Не стреляйте! Мы уходим. Так точно. По команде! За мной! Thank you.
Теперь страна стоит на пороге гражданской войны. Машины восстают против своих хозяев. У людей нет выбора, кроме как их уничтожить. Я ничего не узнал от Камски. Я думал, ключ ко всему этот РА-9, но... Я ошибся. Почему Камски ушел из Киберлайф? Что случилось? Это старая история. Она не имеет отношения к расследованию. Я видел в доме Камски фотографию Аманды. Его учительницы. Когда Камски создавал меня, он хотел, чтобы интерфейс был знакомым. Поэтому и выбрал учительницу. К чему ты ведешь? Вы ведь не рассказали мне всего, что знаете о девиантах. Я ожидаю от тебя ответов, Коннор, а не твоих вопросов. У тебя не возникает никаких странных ощущений? Никаких внутренних конфликтов? Что ты чувствуешь по отношению к девиантам? А к лейтенанту Андерсон? У меня возникают мысли, не заложенные программой. Я допускал возможность, что... Я могу быть неисправен. Ты пережил очень сложные ситуации. Конечно, они на тебе сказались. Это не значит, что ты девиант. Ты снят с дела. Оно переходит к ФБР. Что? Мы же напали на след. Нам нужно время, мы ведь... Хэнк, ты не понимаешь. Это уже не рядовое расследование. Это гражданская война. Уже не наши масштабы. Это вопрос госбезопасности. Да пошли вы! Нельзя взять и все оборвать. Мы почти у цели. Ты ж бухтел, как тебя бесят андроиды. Хоть бы определился уже. Я-то думал, ты обрадуешься. Мы почти раскрыли дело. Мы в шаге от ответа. Да чтоб тебя, Джеффри! Не можешь хоть раз меня поддержать! Это вне моей власти. Вернешься в отдел убийств. Андроид вернется к себе в Киберлайф. Прости уж, Хэнк. Все кончено. Хэнк, что ты делаешь? То, что уже давно было пора. Ты что? Ну подумай пару дней. Не спеши. Спасибо, я подумал. Мне надоело в этом участвовать. Меня тут ничего не держит. Ни задача. Ни этот тип. Мне здесь больше нечего делать. У меня приказы, все-таки. Ладно. Он убегает! Держите! Все, попал. Охренеть! Как он из камеры-то выбрался? Без понятия. Ну, давай, шевелись. Thank you.
Эй, Коннор! Я к тебе обращаюсь, придурок! Чё забыл тут? Нам тут пластиковых уродов не надо. Тебе что, они сказали? Мне приказано вернуться в Киберлайф. Я намерен сдать находящиеся у меня материалы и сразу уйти. Хорошо. И ты береги себя. Нынче у андроидов есть склонность к внезапному воспламенению. Чему? Пароль Хэнка. Что же мог выбрать старый матерый полицейский? Ну, конечно. Где же Иерихон? Ответ должен быть здесь. Времени мало. Надо искать быстро. Девиант, взявший ребенка в заложники. Просим вас признать наше достоинство, наши надежды и наши права. Вместе мы сможем жить мирно и построить лучшее будущее для людей и андроидов. Я говорю вам о наших надеждах. Вы дали нам жизнь. Теперь пришла пора дать нам свободу. Маркус, где ты прячешься? С которым Маркус пробрался на телепашню. Наверняка он знает, где все прячутся. Девиант, как и ты. Мне нужна помощь. Я должен найти Иерихон. Я не узнаю твой голос. Ты не из наших. Я не скажу тебе, где Иерихон. Так что не трать время.
Задача снимается. Пора возвращаться в Киберлайф. Нет! Я раскрою это дело! Просто мне нужно время! Слишком поздно, Коннор. Ты не смог. Thank you.